А, хер с ним, гносисом нахуй не нужен. Ну, а зачем ты отпустил? Блять, Ты ну... думал, помощь думал? А чем ты поможешь? Прокурор держит что-нибудь? Брутикс приехал, Брутикс приехал. Муслим, хватай Брутикса. Хватай Брутикса, перехватывай Брутикса, Муслим. И Гносис подъезжает. Ну, парни, собирайтесь здесь, наверное. Так, о, все, ребят, они приехали, нормально. Мне кажется, надо проморить ошибку, вам не кажется? Я точно знаю, что это надо сделать. Дебловство это. Сообщение степени вашего соответствия нормам Конкорда. Так, отлично, отлично, отлично. Джон Дронов, киньте на Ашиму, все же Джон Дронов на Ашиму, киньте. На Ашиму кассетку дам. Армага. О, заебись, короче, все, контент есть. Нужен... Кто там правильный парни, кто пар, кто пар? Ашимка, наверное, на меня выкатываемся, а, да, Ашимку сносим первую. На Ашиме сетки лежат. Сообщаю о снижении степени вашего соответствия на Конкорда. В смысле, гносится скрам? Поймали наши гносисы. Гносится скрам, да? Ну да, да, да. А, на, да, на гносится джон дроны, закиньте. Есть. Пустил дронов своих. Кого держат, кого держат? Брутикс, держу Брутикс, Брутикс. Нет, как... А, Ари держит, понятно. Туру, туру. Дайте, дайте дронов на гносится. Ну, там уже все на нем, там все на нем, и Армага, и Ашима. Да, пизда, да, короче, все, ему. Пизда ему, Ашимку снесите тогда хотя бы. А, еще и смарт был. Да. Надо было тайфун двухплиточных к вам гнать. Что там праймари, ребят? Ловим. Ну я Ашиму праймари, но как бы смысла мало в этом, если честно. Че так? Ну тут имеет смысл гнозис запраймарить, потому что он уже течет. Но остальное Ашим не умирает. Ну они поехали. Да, они поехали за ордерсом, за... Ордерс вытапливай, вытапливай. Держу гносица. Гносица стреляю? На Брутикс сдал сетки на ближний. Ага. Я стреляю по гносицу. Так, дроны на меня все поехали. Гнозис отвернул. Кого там вынетрили? Тратился, давай. Цепи, цепишь? Не умирай. У меня все хорошо. Смотри по разгону. Тратился, можно поинт дать? Давайте по нему поработаем. Сообщаю о снижении степени вашего соответствия. Есть поинт на страусе. Да, сетки на страусе. Да, есть поинт на страусе, есть поинт на страусе. Просто меня армага вынетривает периодически. Бля, мы хуёво, надо было на Кириху все выставиться, там вообще горим, он хурик вообще хуй поймешь, где, блядь, ездит. Если я сейчас к вам пойду, я просто умру. Только я вам сейчас отстрелить экзик, который я ничего не говорю, я говорю, что надо было сразу выставляться. Тратил выезжает, да? Так. Ну я его сетками держу, Кирюх, я его сетками держу. Я вижу. Дизу держу. Бля, ну это гипер катывается жестко, конечно, так. Да, да, дам, дам сетки. Сетки на гипера. Сейчас будут, сейчас будут, сейчас будут. Не, ну как бы мы его, конечно, можем по нему стрелять, но мы его ничего на гипере сетки. Там аккуратненько, Ордерс аккуратненько. Я норм, меня подсушивают, но я пока еще вот норма. Накопитель полностью. Гипер сетка уже стоит. Я опустил, тратился. Ордерс сухой, я в ревар. Включаю. Ну, Кирх, тут надо на самом деле выходить, тут мы ничего не сделаем. Это как-то да. Так, подожди, давай посмотрим. У них тут есть. А может быть на Хурика переварп? Слушай, а стоял Гила у них стоит по летарскому. Может на нее, конечно, попробовать. Гила, Брутикс. Да, да, да. А там вон или Кирюха, тут... вон там врек. Или есть, тут врек есть. Вот смотри. Я не совсем понимаю. Вон да? Врек, на тот врек можно прыгнуть. Да, я выхожу на нее, может на меня это варпать. Давай. А Ломбокса? Там еще нельзя, только выйдет, нельзя, так, смотри, там рядом Брутикс с ней еще есть. Вот сделай так, чтобы я Брутикс не пришел. Но я прыгнул на Ломбокса. На кого вернуться? Ломбокса? Сейчас. А вот сейчас на Ломбокса да, можно. На Ломбокс, о, нормально. Вот сейчас на Ломбокса хорошо. Ну, давайте я даже вот сейчас приду, и можно на меня будет прийти. Включаю я нормально встану. О, ну мне сетка от кого-то. Понятно. Там сетку, сетку на сетку дали. Сейчас дам сетки Гиле.
Держу, Гила, сделал. Сейчас она, да, нормально с Гилой сейчас все будет. Сейчас смотрите, будут чтобы не переваркнули на Гилу. На Гилу чтобы... есть сетки, переварку, да, есть сетки, смотрите. Есть сетки. Отлично, Брутик спасибо. С Дима, Брутик с Дима МЖДшного покупа. Смотрите. Есть сетки, Гила стала. Ага. Поинт есть на Гиле? Есть, да? Есть поинт. Там Муслим держит, да-да-да. У меня армага не нейтрит, мне все заебись. Там подхватите, может быть Муслим Брутикса потом перехватит, вон он бродкастится. Я вот этого Брутикса подхвачу. Я да, Гилу сейчас... Давай. На Гиле есть поинт? На Гиле поинт. Есть поинт, есть. Есть так ли кого-нибудь еще? Там Брутикса, он бродкастится. Оракл и Феркс. Аккуратнее. Какой именно Брутикс? Тут их много. Ближайший. Ближайший. Так я вытапливаю, на меня побежало все. Я поинт потерял. Я потерял поинт. Ну нормально, нормально, сейчас атакает стелечка к тебе едет. Да умрет? Должна. Ну ДПС что-то как-то маловато. Есть поинт. Держи пока. Не того муслим держишь. Ну в принципе ладно. Любого, любого. Там Брутик, смотри, на тебя. Ладно, угодишь, пацаны. Нормально. Какая разница между ними? Гилуэнс что, он целлярный что ли? Да, походу. Да, она какая-то очень толстая. Да нет, румял с ОЕшками, хуй положить. Блин, а где у нас... У нас... Ну, мы а где у нас все корабли у нас? Убивать не можем, сейчас поэтому. Я еще, сейчас я дотоплю тогда. Сейчас выйду. Хури еще, да, должен. А, Муслим, смотри, там к тебе Оракл в грид ехал. Уху, Оракл это больно. Перехвати вот этот, наверное, Брутикс. Он крайне, ну, может, тебе удобнее. Или и к нам едь. Я бах, попал. Все обываюсь чуть-чуть. Но они там, в принципе, ничего не должны сделать. Так. У меня варьер. Хурик, смотри, там я попадаю, я попадаю. Да, да. Нет, все, Гила, поехала. Ну, чтобы тебе Брутикс в жопу не въехал. Видишь, на тебя Брутикс, на него потом можно будет это, его атаклить. Сетка дроны. Угу. Да, там сетка дроны. Ро-ро-ро-ро-ро-ро. Мне хуяк. А можно сетка дроны? Муслим, я подсветил Брутикса, которого надо держать. Я переварпаю. Там к нему этот Носис приехал. Переварпаю к тебе обратно, а то мне больно было сейчас от Оракла. Я набегаю на Брутикс. Есть сетки. Есть поинт. Есть сетки. Поймаю. К нам приехал, ребят, к нам приехал. Ашим. Маша пришла. Сетку Ашими, сетку Ашими, да? Сейчас будут сетки, сейчас цикл закончится, будут сетки Ашимки. Я Ашим, по Ашиме надо работать. Сетка Ашима. Я под сетками. Есть сетки на нее. Джандрон, если еще есть Джандрон, нет, пойти нет, на... Я выйду сейчас, я выехал. Выходи, я держу ее сетками. Выезжай дальше. Брутик с хребок кинул. Кого бьете? Ашиму убьем. Ну, Брутик, кстати, держи, там Ашиму держит. Ашиму держит кто-нибудь? Нет. Я не могу слишком близко. Насколько сетковала Ашима? Ашима насколько сетковала? Аккуратно, там же нашел Брутикс. Там еще Брутикс наварпал, смотрите. Повторю вопрос, насколько... Эдзик, мы не сможем никого продавить, там Эдзик. Кирюха, смотри, Брутикс с тебя едет. Я вижу, пытаюсь выехать от него. Сейчас сетку дам на него. Ну, у меня тоже сетка, нормально все, выехал. Я дал сеточку ему. Дал скрибок Брутиксу. Ла-ла-лай, Брутикс не ложится, Брутикс не парни, ложится. Парни, кто у нас в праймари? Брутикс, вот этот Дима, который. Я по нему работаю. Дима. Вижу Дима. У меня сетка на Шимке и на Брутиксе ближайшем к тебе, Кирюх. Ага. Фух! У меня сетка была от этого, от Шимки, неприятно. Сколько километров? А, ну ты ж рядом там. Смотрите, там приехала эта Армага. Очень больно все ротовый. Ага. Армага аккуратно приехала. Кайтим, всех закайтим, сука. А, Лобокс, затакли Оракла, слышь? Я бегу, но Оракл буду убивать его. Оракла затакли? Да, у кого бонусы, Кирюх, у тебя? У меня бонусы. Держи. Блин, мне бонусы были шикарно. Достались тебе бонусы? Нет, не достались. Страус на скрипке, если что, пока что. Идет. Я переварпаю, а то мне бобо. Шимкову отпустил. На Шимку сетки есть. Шимку держу. Там Брутикс этого продавите? Нет, нет, не продавите. Брутикс, по-моему, уехал, да? Нет, не уехал, нормально. Да я уехал. Ух. Кирюха, бонус через сколько? Бонус, не скоро еще. Держу Страус. Что там 40, Ломбокс? Варпаю, перварпаю, мне больно было, пол шелдэн.
батарейки кончились. Сейчас возвращаюсь. Бомбекс, можешь подняться? Оракл МЖД шнул, сегодня МЖД. Оракл МЖД, он МЖД шнул все поменял. А, там же это, да, поменяли, короче. Что поднять? Тебе кон да. кинул, Эдгар. Так, 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 парни, надо как-то собраться нам вместе. Ну вот смотри, со мной сейчас рядом рапира, а, Ортрус, давай на меня, короче, выруливай, только объедь вот этих вот ребят, тратился. Уже объезжаю. Блядь, а, стратился. Я выпилю экзит. Дронов, я выпилю экзит. Отбейте валькирии эти странные, неприятные. Фу-фу-фу на них. Я выпилю экзит. Давай, давай. Ой, слушай, он хорошо находится, поехали. На тебя может прыгнуть. Что-то. Давай выйдем и прыгнем на этого, на хурика нашего. О, экзик там красиво, один смертник. Да, 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 экзик вообще отлично смерть. Стоит. Ну да, смертник. Можно у него сетки, чтобы не втопил? Брутиком? Блин, сейчас мне переварпать на тебя надо, мне 15 Point километров не есть? Хватает. Сейчас будет скребок. Есть скребок. Мне похуй на него. Вообще он просто втапливает кармаги. Да нет, все, уже скребок. Окей. Я сейчас докину ДПС по экзику. Включаю варп двигатель. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Блять, вы сближаетесь, я не могу на вас переварпать, ёшкин кот. Мне приходится немножко отбрутить, контролировать дистанцию. Ломбокс. Воу-воу, цепишь, вытапливай. Дай скрам Брутиксу, вытапливать его. ДПС нихуя, нихуя ДПС. Окей. Один прыжок у вас плюс один Брутикс. Я на рапире прыгаю к вам, сейчас будут сетки на Брутиксе на этом, который таклит Ортурса. Оно слишком близко, все, нужно вытопить и собраться нормально, потому что мы сейчас, кто знает где. Полный параши, согласен. Вот смотри, да, сейчас, мне кажется, у Ортрус хорошо стоит, вот давайте на него, короче, соберемся. Только наш Дэн Голушка. Нормально, нормально, я вытаплю что-то. Там все нормально, там две сетки на нем. Сейчас экзику дам. Держу вот этот брутик. Экзик уже далеко, а вот этот брутик. Давай Диму, вот этого Дима нормально будет, нет? Я думаю, кого там? Будет. На экзике сетки. А, там один Брутикс, Мрок уже покоцанный. Мрок уже покоцанный. Какой сетки на мне? Там дроны, там дроны, 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 сетка дроны. Держу Брутикс, Мрок. Держу смертника, только что-то ДПС нихуя на него не идет. На Мрока сетки дам. Сейчас могу откатиться, поэтому я реварну. Сетки на Мроке. Хули в реварну. Блядь, на Кирюхе подъехать, блядь, без линков. Хуевато. Я сейчас дам тебе линки. Я вот уже на тебя еду. Ортус, подойди ко мне, чтобы я дал тоже линки. Вот тут сучки. Муслим, а что ты кого там? Экзика держу. Понял. Ну нахера я держу экзика, я тоже не понимаю. Ну держи, пусть, чтобы экзик в напряге был. Так, Кирюха, это сетки на этом брутике лежат, сунул. А кто у нас на сетках? Я на сетках. Я это Колус или Ари или кто? Денгола. Энгола. А Брутикс умирает, смотрите, сейчас. Да, но он холовый, он не умирает. А, понятно. Это было на он отозвал дронов. Так, Кирюха, когда бы ты можешь ко мне немножко поближе подъехать, что ты дал линки? Кому? Кирилла? Кирилл Агатов. Да. Понял. Я просто к тебе там как Oracle. Бы еду, но ты тоже куда-то едешь. Да. Там Оракл, смотри, Кирюха тебя наваливает издалека. Да я вижу, пиздец. Наваливает жестко. Я в 30 можешь давать. Чек, на кого можно варпать и откуда? На Дэна, на Кирилла, на любого. Так, о, всем дал линк, в ноль, прыгай на Дэна или на Кирилла Агатова. Аккуратнее, у Брутикса там МЖД. Кирюха, сетки перекину. Там Дима въезжает. Давай. Да заебали мне своим на дронами. Диму сетку дал. Выкатитесь так, немножко. Oracle. Слушай, Оракл-то это грязь, ребят. Он очень больно бьет, очень больно. Да жестко вообще. Смотрите, там это въезжает еще армага. Блин, они выкачивают этого. Надо этого экзика ебнуть. Я варп. Давай, сейчас будем пробовать сейчас. Там пока экзика не убьем, там полное говно. Нужно Оракл убить, как минимум. Нужно Оракл. Дай скрам Оракл, потому что у него МЖД. Опа! Есть скрам. Давай. Есть скребок. А, я поймал Оракла. Варпаю на тебя. Хорошо. Реварпаю.
Там есть рек. Можно через рек. Ну, окей, тоже. Отлично. Буфера у него нет совсем. Понял. Буфера у него нет вообще. То есть можно прям лицо в него вкатиться и убить его. Заебали. Он тебе ничего не сделает, не должен. Пизда ему. Потом надо как-то экзика вычинить, пацаны, потому что пока экзик гриде, вообще полное говно, и они откачивают все, что можно. Аккуратнее, чтобы они не МЖДшнули только. Как он МЖДшится под скрипком, мне это скажи? Не он, не он, а они. Все, ура! Брутикс там, еще что-нибудь. Надо, Муслим, вычлени экзика. Может, Ферекс заберем? Смотрите, у него Ферекс да, там. Да, хорошо, надо, чтобы Муслим туда как-нибудь завел. Таплю на него. Он давай, топи на него, а мы прикол? От него. Ух ты, прям как поменяться садом. А что там активно. За... Никого там не затаклили из наших? Брутикс, Зефирис. Нет. Не-не-не-не-не, ты... еще давай, варпанец. Давай, выкатывайся к нам лучше куда-нибудь. Сейчас мы будем Ферекса убивать. Есть поинт. Есть скребок. Ля-ля-ля, тра-ля-ля. Переварп, но они на меня все растянулись. Давай-давай-давай, норм-норм. Ну что, будете? Да-да-да, мы же переварпать надо, мы с ним не можем. Только аккуратненько, Астратиус тупит. А я хотел такую медленность. Астратиус пусть набегает. Астратиус тогда будет просто следующим. Так, я поехал на брек. Продублировал, понял? О, отлично, бонус зацепил. Лобок, сможешь? Чуть-чуть в сторону Кирка, солнца выпить, чтобы я на тебя наварпал. Там брек есть нормальный, вот этот вот. Видишь, а, во-во-во, заебись брек. Все, вижу, варпаю. Там норм вообще приходишь, туда вообще шикарно. Аккуратней с хрепом, потому что они могут наварпать. Сейчас дам сетки на Ферекса. Так, сетки на Ферекса. Ну вот по скрипкам нахера сетки. Ну, чтобы вообще был. Чтобы вообще не топил. Да. Ну что, орел Лагановый, извращенец. Я брек убью этот, Кирюх. Побивай. А чё поинт? Я его запоинтил. Он меня подпоинт. Я брек убью, Кирюх. Давай. И вот теперь можно на экзика, мне кажется, попробовать. Да, надо на экзика вывестись, потому что он, падла, всю малину портит. Ну как я выведу? Так, урок я убил. Ну сейчас надо их как-то вытянуть и... А Ферк желтый? Ну, давай, альфа, еще одна альфа, еще одна альфа. Хорош, есть. Хорош, молодцы. А, армагу, армагу сетка, не армагу, а то он слишком близко. Сейчас будет сетки, сейчас будет сетки. Я убить, пожалуйста, она голубая, кстати? Нет, сетки на армаге. Я голубая? У меня голубая, сейчас я ее убью. Ай, сука, отварпал. Армага с подсетками там много будет стоять. Давайте экзик. Можем по армаге пораздавать, не хотите? Нет, нужно экзик как-то снять. Да, надо экзик. Она будет МЖД, ее будет качать экзик. Что-то МЖД что-то. Смотри, как хорошо он ЖДшнулся. Ловить он сетку, далеко от Экзика. Он сетки перекинул. 97, да. От Экзика он далеко. Да. Поехали, есть, поехали. Есть сетки поехали на нем. Блин, а на сетка дрона. Можешь стрелить этих сетка дрона? Я понимаю, что не говно, но дронами своими. Они ладно? Слабо сеткуют, не переживай, они просто больше видимости. Окей. Давайте, пока Экзика нет, не доехал до него. Он далеко. Только объедьте его там, чтобы на вас никто не приехал. Я скребок на него. Давайте, это холовый экзик. Бля, он холовый, это... холовый, нормально. Да, он хреновый холовый, он давится нормально. Сейчас я перезаряжусь и будет все нормально. Ау, что так долго? Ты вон лучше думай, как на экзика нам выйти долго. Экзик, хуйня вопрос. А, то есть ты уже нас в мыслях вывел на него, да? Хотите, выведу сейчас. Да только подожди, меня... нам опа, сейчас надо брутикс. Кондор. Полностью разрежен. Одну сетку с брутикса сними, кинешь на кондор. Да, сейчас за лочи дам сетки. Сетки снял. Смотрите, там... Лочь, хватай. Армага уезжает, армага. Там еще брутикс уезжает, армага, да. На кондоре сетки. На кондоре сетки он сейчас становится, убивается. Кондор. Я, пацаны, чуть-чуть все было еще. Хорош. Так, начали выкачивать. Брутикс, Дима, на него... Кинься? Сейчас дам сетки на него, этого. Нет, не на сетки, есть не надо, сетки. Пока что не надо сетки. Ну, я ожидал. Он говорит, апплю. Погодитесь на Брутикс и на Мроке, сейчас он сдохнет. Сейчас как раз... Нет, херово. Ух ты, засетковали-то как на него. Себе заскрамили там вообще. Аккуратно, ашум, глядели. Ой-ой-ой, Брутикс с нами ищи наши поймали, пацаны. Да. Живу. Нашему сейчас дам сеточки. Дал сетки нашему, выезжай, пробуйся. Нет, он под армагой, под брутиксом. Ну, там да, можно джандронов на брутикс кинуть.
Мейджем дроны сдохли от смарты или от чего-то там. Давайте по шине. Ближе 30 к шине не подъезжаем, по шине поработаем. То есть сетки на шине есть. Арман, экзит пока... Так себе. Она очень толстая. Да-да, она плотненькая. Экзит там ее качает. Да-да, там без экзика там, блин, с под экзиком там ребят, посмотрите, вот экзик опять, короче, как-то находится в гряде. Я его поймаю. И от смарти сетки снял. Саши, мы сетки снял. Яйцо было вкусное? Яйцо, какое яйцо? Они убивают и смотрят. В грид еще приехало что-то, еще хурик приехал. Дай, балашенка. Блин, подчиниться бы не мешало, уже такой весь перегретый. Бричер, вот этого надо, короче. Бруты у них бластерные. Бричер далеко. На бричку сетки ракетами. Дам. Я сетки дам, сейчас достанем. Яйцо было вкусное? Нет. Сообщаю о снижении степени вашего соответствия нормам комфорта. Есть сетки на нем. Сейчас должен просесть. Но я долго не смогу держать. О, хорош. Я его убил уже, все нормально. Хорош. Слушай, может это... Так, варпаем. Аккуратно, на мне собирается. Ребят, смотрите, куча мелочи в гриде сейчас появилась. Я бы, честно говоря, починился бы, Кирюх, потому что я тут перегретый весь. Ну, хочешь, будем выкатываться. Ну, надо регрупнуться. Ну, блин, видишь, под эксиком мы тут все равно ничего больше не продаем. Можно попробовать убить эксика. Вот давай тут мелочь постреляем, все, смотри. Да не растянуты сильно, не наварпаны друг на друга. А, всем похуй, ну, на меня прогашивают. Да, довольно быстро просто. Ой, блин, а где ты, Кирюха? Ой, Дэн, ты что-то уехал куда-то. А я перепутал тебя со СНИО. Давай ко мне сюда. Я еду, думаю, что-то не то. У тебя есть паста? Если есть, то просто ко мне подъедь и починись. Да, я просто... И стой в Алане куда-нибудь. Я не могу починиться пастой, потому что... Меня пытаются 30 Почему? Потому что, во-первых, ее нету, а во-вторых, я постоянно модуль переключаю. Ну, подъедь ко мне, я тебе скину ее. Еду. Меня хочет хурик купить, представляете? Крипер, аккуратнее с армагой. Армага там опасная, да, она нейтрит. Нахуй, поубивай этих дронов, задрали меня. Да, заебала меня армага, извините, выражение такое. Брутикс. Там экзик, короче, ебать они притащили говна, да? Угу. А мы не давим. У меня побочка на капу с бустером. Боль. О, кутис взлетает. Я перезаряжусь пока. Так, я скину тебе 70, у меня просто... Да, норм не хватит. Можно по брутиксу пострелять? Вот пацаны... по этому, давай! Нормальная тема, я по нему постреляю. Кирюха, линки можно через сколько будут? Могу дать. Давай, корпус подъедь ко мне ближе. Давай, я как раз брутикс у сетки там. Бегу к тебе. Да, блин, на брутикс ваш. Поймаю. Тогда по сетке брутикс армага, по сетке, чтобы просто не топили. Я дам. Все, есть линки. Держите линки. Есть сетки на брутиксе и на армаге. А, на армаге сейчас будет. Сейчас 2 километра будут сетки. Скейбок ему обеспечьте, у него, кажется, есть МЖД. У Брусик с МЖД есть, да. Подожди, рано еще. Экзик подтапливает. Экзик сотни. Ну, на них по сетке есть, на Брутиксе и на... Только у Брутикса сейчас это МЖД в кулдауне. А, окей. Они на меня все потратили. По гипер. Аккуратнее. Бали уже, суки. Тут чувак просит не агриться на них. Ну, пиши в жопу, у нас нету тут плюсов. Я не знаю, кто там... То есть, мы не знаем, если бы мы знали, то еще нормально было. А на чем он? Может он там на этом, на Найтмаре? По-моему, вот эта мелочь как раз, Эню Тристана, это вроде... Ломбокс, это такое, знаешь, они потом тебе затаклят и скажут, как бы ты сам виноват. Я согласен полностью. Бля, ну заебал уже, ну че меня все варьеры догоняют? Так это стелька, походу, о, не... ББХ, ребят, приходит. ББХ. 5000 тонн тут. Конструкторы. Чё, пацаны, накачивают. Уже экзик подъехал. А чё, мы продаем? Да, мы ещё пока что пробиваем. Пробиваем. Я перезарядка. Смотрите, там езжают. На этот ходик, да, Сиэн? Дам, сейчас.
Давайте пулить рейндж. Давайте, давайте. Дадим хурику. Есть одна вытопить. Сетка на хурике. Сейчас вторая будет. И вторая на сетка на хурике. Стилетка с боя съебывается под арене. Да, окей, окей, выходи. Я поинты потерял. Он попал, да? Меня дамажит, я в реварп. Ага. Включаю варп-двигатель. Классная ПВП. Ты бы, мыслим, уже бы сдох давно, если бы не на стельке был. Ой, было бы веселее зато. Хурик у них, арти. Я с Хурик одну сетку сниму. Вообще сними сетки, пусть он вперёд. Да, вон стоит там, нас там Брутикс въезжает, вот этот. Вижу, пусть поближе въедет. А, Брутикс... Я гранкал. Пусть поближе подтопит, я сетки снял со всех. Что-то он не хочет. Передумал. Я сетки не давал. Такой, ну его нахуй, короче. Так, давайте посмотрим, что еще в виде есть там подальше. Смотрите, они там мирму еще пилят. Че говоришь? Они мирму пилят. Мелочь всякая. Можно. Сеткуй, хурик, секуй ему. Хурик. Чтобы они были на два фронта. Далеко 8. Поехали. Или что там? Дэн ближе ко мне. Армага пилает, да. С него подъезжай к этому, к Брутиксу, до бонуса. Да хулику, я думаю, это посмотрим. Секунду, сейчас развернусь. Такое? У меня просто только этот... Так, Ирка, я нормально, я подъехал. Бежай. Ну там хурик что-то спукает, поэтому... Так, на хурика дал сетки две. Который ближний к нам, да, хурик? Да. Ага, аккуратно, армага, да. Дэн. Вижу. По хурику работаю. Он шел до Ой, кстати, ребята, это хорошая новость. Так, кстати, надо поинт обеспечить, они отварпали, Вот сюда поинт, блядь. Ушел, хуй. Брутикс не даю пока, не даю пока. Дайте поинт, нам Брутикс дам. Вот это Брутикс поинт. Окей. Есть сетки, все, есть сетки, ок. Они пошли свою эту говно спасать какое-то. Отлично. Скрибок дай. Ортрус. Попробуем. Вид, капни, пожалуйста. Да. И, ну, сейчас будут линки, будет рядом со мной, будут линки сейчас. Угу. Я пошел за батарейки, я без батареек не начинаю. У меня паста еще на одну зарядку репки и. Так, держи. Блин. Поехали нам туда. Поехали, мы бы. Буба, поехали. Где мы, Буба? Поехали. О, смотри, опа. Одна. Они сейчас все будут реварпать. Не факт. Давайте. Ортус, выкатывайся. Угу. Сетки, да, и армаги? Да, сейчас случится, будут сетки. Сетки на армаге. Давайте в греве попробуем отработать, у меня вот есть еще грев. У армаги в греве? Накопите полностью разряжен. Я в реварп. Хотя там нет? Все наварпают уже. А пиздец творится, нам ПС не хватает, было бы побольше нас. Да просто у нас сдохли Брутикс. А подожди, у нас два Брутикса было или один? Два Брутикса умерло. Да, оба сдохли, еще и врекнули их. Грустно, больно. Мне 12 джампов, и я скоро буду с вами. Отлично, за 1000. Одну сеточку дам на этот Брутикс, въезжающий. Может, дал патронов на него купишь. Это у меня заканчивается. На кого вернуться? Сейчас вторую дам сетку на ближайшего Брутикса. Так, на кого вернуться? Возвращайся на Брутикс, на Кирилла. На Кирилла Агатова можно вернуться, я нормально. Угу. Если прям сейчас поедешь. Включаю варп-двигатель. Так, на этом Брутиксе две сетки, на бродкастном, который. Брутикс, не Брутикс. А едет, смотрите как. Меня комары обкусали, блин. Нормага едет. Но мы, блядь, не продавливаем нихера. Хотя, в принципе, нету в грязи этого. Ну, в грязи-то есть. Ну, у нас просто мало слишком ДПС, чтобы за бурсы. Паршивые нейтрики у армаги, в общем, вся беда. Вот, ага. Да, заебал мне нейтрики, скажу честно. Пиздец заебали. Дима, ты как же Диму держу. Экзит подошел. А, это Шинка подошла аккуратненько. Но она там сзади. Уже не держу Диму. Угу. Ну сетки на Диме есть, Дима. Смотрите, ПБ, полагаю, на видите желтый врек?
Вот этот вот перек. Полтеврек? Я прилагаю на него 70. В 70 на него. Даже нет, не в 70, наверное, в 50. И убить. На уйдет. Нормальная тема. Давайте попробуем. Давайте попробуем. Они... О, там, не, там, смотрите, на нем мелочь. Как, да, то есть они затаклят. Ну пусть так будет, давайте. Будет хорошо, если они затаклят бабеху. Поехали, на врек в 50. Все едем? Все едем. Поехали. Отлично, прямо оптимал, прямо на оптимал выходим. Сгони туда, сюда, поймать бабеху, поймать это, да. Как сказать, оптимал. А стоп было лишним. А, Кирилл, выезжай пока туда. Да, я пытаюсь. Не агрессия на мелочь только, на мелочь не агрессия. Ну, чтобы лишний раз не провоцировать ее. Так, я понял. На бабеху дам сетки. Да, на сетки на бабахе. Она не успел дать. А, Ортрус где? Ортрус, ребят, смотрите. Это может, вот это их может? Это их, не их. Это их, это Ортрус мелочи, Ортрус мелочи. Окей. Давайте, а чё вы так вот? А может ёбни уже? А, цепишь, отпусти, отпусти. Так, смотрите, говно тут, гипер, вот смотрите, парни. А Вексар тоже их, Хурик. Вот смотрите, гипер. Который. Хурик это, который приворпал. Где? Это... А, бродкас, вижу. А, я, короче, вообще ничего не понял, что происходит. Не то, короче, по Хурик. Надо бить Хурик. Сейчас да, и, наверное, давать. Сверху нужно позиционироваться от Хурика. Все дроны, пожалуйста, где, зачем дронов нахуй? Вы что, задолбал повесить меня сверху. У меня все дроны сдохли. А, у меня осталось 3 Акалита. У меня все дроны сдохли, потому что, блядь, их отсмартила эта хуйня, которая... У меня остался один ЕЦ-300. Мне батарейки кончились. Давай, кинь, заряжай мне одним ЕЦ-300 этот Хурик. Так, на Хурике сетки, он никуда не поедет. Еду крик, там рядом с Хуриком, смотрите, еще на Хурике дизайн один цикл. Так, они переварпывают, смотрите, переварп пошел на своего гипера. Держу, они гипера спасают, да? А, ребят, вот давайте на меня попробуйте спозиционироваться. А, они вообще в другое место уехали. Да, они в другое место. Опа, он уже дэшнул. Хуриком же дэшнул. Побежали за ним. Вот Брутик сесть, смотрите. Побежали за Хуриком, Хурик добьем. У нас сцептор есть. Или где сцептор? Нету сцептора. Батарейки кончились, я возвращаю. Пошел за батарейки. Хурика, Брутикса будем этого трогать? Хурик 2. Да, давай его попробуем. Я опять вышел. Поехали, я Кирюха еду на него. Ортрус высох, Ортрус реварпает. А, Кирюха, будет поинт. У кого-нибудь паста есть? Паста есть у кого-нибудь еще? Я еще не тратил, ну как бы я так... Так, Брутиксу дам поинта. Я дам сетки. Стоп, дай сетки ему сразу, чтобы я в него нормально ехал. Дал сетки. А, он отворпал. Так, окей. Так, что у нас в гряде осталось? Помойка вся? Смотрите, о, помойка переварпывает. Ашиму. Это кто? Это все эти ребята наверх поехали, наверх немножко отъедем. Поехали. А кого вернуться? Держи линки, подожди. А сейчас, на сню в 50. Включаю варп-двигатель. Вот есть аутист какой-то. А, но они на него варпнуть смогут. Да, на... А, вот аутист подъехал. Уф. Ну, они, короче, нормально сейчас собрались. То есть сейчас мы как бы надо как-то растянуть, попробовать их. Тут хорошо, тут файты по часу. Мне нравится такая херня. Флот перекиньте, пожалуйста. А, не вытапливайте в сотню, они могут наварпать, аккуратнее. Они хоть и... Ой, наварпать, МЖДшник. Они хоть и МЖДшник, как говно, но... Это все-таки МЖД. Вот Зефирису, пожалуйста, вот флотинник. Да. Всё, давай от этого. Да. Так, нам надо убить, короче, им логиста. Да. Там он роляет, конечно, сильно. Или можно 50 пасты скинуть? Всего. Пожалуйста, 50 пасты у меня, потому что для репки уже нет пасты. Это кто? Кто? А, Хурик? С него, который под тобой, да. Подъедь ко мне. Еду. Хочешь, могу скинуть тебе. Ортрус едь сюда, будут линки сейчас. Забирай. Ура! Спасибо. Бонус будет. Прилетел, блядь, на раздачу. А кто? Ну смотрите, Брутикс там прям конкретно у нас едет, давайте по нему постреляем немножко. Про Дима? Да, Дима, да, у него просто структурка. Смотрите. Дал сеточки на него. Ну его вообще будут выкачивать. Кирилл, я рядом. Можно...
Ага. Смотрите, поверьте. Они реварпают в гриде. На него топить сейчас. Дима, поинт. Там они как-то обижают нас по-хитрому, парни. Вон Армага, или это они за Вексором... А, не за Вексором погоня у них. Вексор Дави, это наш или чужой? Тут чужие ты все должен знать. Это Брутикс, Игносис, Вексор и Ортрус наши. Ну, как наши, не наши, типа с нами. Относительно плюсовые почти. Полуплюс. А Шинка отделилась от всех, не хотите ее ёбнуть? Где? Ашимка, эльфикс. Она в 200. Брат каснуть, брат каснуть. Брат каснуть, давай. Она сейчас придет, куда надо. Да, она пришла, она к Брутиксу приехала. Может, титки Хурика тогда? Да пока у них логист, они под логистами, мы нихера не ебнем вообще. А давайте может... просто вот этого экзика из грида вытащим и все, ну как бы вынесем ВКС. Кирюха, заряди дальнее, да постреляй по нему. Я зарядил, уже стреляю. Я сейчас саточки ему дам. Они очень неудобно вот как-то едут с Нанкури от Эрманги. На Анкоре, на Тармаге, да? Я ему дам сетки, ты в него херач. Давай, давайте их поедем вот от Арманги по дуге как-то. Сетки на нем, Кирюх. Постреляйте, зарядите дальние патроны, парни, выбегает. Постреляйте. Да убейте Экзика, его никто не качает. Экзик держать или потому что вы его он выгоняете? Экзик держать, да, вот по дуге. Поехали. А, ребят, Армага рядом, аккуратно вы там. Господи, меня вообще слышно? От Арманги по дуге. Рапира, рапира. Я уезжаю, уезжаю, уезжаю. Там еще 30 километров, нормально. Она меня не сушит все равно. Держу экзик, но ДПС я не вижу на него. Есть, есть ДПС по нему, все нормально. У меня ДПС упал, ну, потому что... Нужно потому что он куда-то уебал, короче, опять. И, а меня да. Выпали. Вот если бы на тебя варпануть... О, Лобокс, я на тебя варпануть могу сейчас. Ну, я сетки держу на этом, на... Я держу экзик, если что. Я сейчас попробую на Ломбокса прийти. Ломбокс, там у тебя как, нормально все? Ну, вроде... на тебя прийти. Ну, тут 40 километров все это говно, так что я не советовал бы. Опасно. Да, я чуть вытопну. Вот теперь можно. Готов. Вот это что такое? А, это не наш. Это наш. О, смотрите, не курика. По тикеру это эти парни, которые помогают нам. Курика. Так, а я позиционирую снизу, так что все хорошо. Кирюха, ты что там стоишь? Я пытаюсь поднять. А можно поинт на экзика организовать, тогда я его добью. Сейчас будет. Сейчас будет. Сейчас будет. Сейчас попробую объехать снизу. Дам сеточки ему. Вот я на ломбокса сейчас варпанул. Есть поинт. Это флот мелочи. Нормально, там мелочь еще. Нормально, мелочь подходит. Они сейчас будут растягивать их, все хорошо. О, чтобы... я нормально пришел, сейчас можно будет работать с ним. Наконец-то. Неужто? Ну, сейчас у них кончится логист, они разворпаются. Логист, ну, если у них кончится логист, я подхвачу им миру машину. Давайте, логиста, отлично идет ДПС. Вот этого Брутикса возьмите. Вот этого Брутикса возьмите, который Дима. Есть сетки. Может гипер, а? Он лучше. Далеко от меня. Держу Диму. Поинта нету. Держу Диму. Смотрите, там внизу еще Ашима. А нет, не держу Диму. Ашиму забрать. На Диме сетки. Давайте Ашиму заберем, пока рядом мелочь там. Где? Можно спраймерить Ашиму. Мелочь, да, поинтит Ашиму. Да, давайте. Ашиму не мешается очень сильно. Взял. Сейчас сетка будет на Ашиме. Угу. Нашими сеточки. Мелочь нормально в гриде так ориентируется. Знает, кого пидорасить. Кнопку отожми. Да, у кого-то кнопка залипла. Он залипла. Потом уже 100% будет армагу забрать, потому что мне горит просто не. Мне горит на армагу, я хочу ее забрать. Армага. Вот этого Диму держит, нет? Вот она, армага. Я держу... Диму взял, Диму взял. Так, кто следующий? Дима. Дима, наверное? А, Кирюха, где ты? Дайте бонусы, блять. Я уже кому-то раздал, не тебе. Я понял. Норм, все хорошо. Накопитель полностью разряжен. Вот так, есть сеточки на Диме. Так. А, Муслим, ты сможешь под... А, ты гипера держишь. Ну, норм, держи гипера. Я Диму продублировал. Можно, я его... Я смотрю гипера внимательно, так что он не должен... Смотри гипера внимательно, смотри, там армага подкрадывается, парни. Дам сейчас сетки на армагу. Чтобы она там сильно не ехала. Армага под кордун? Сетки на армаге. Уже до Буртона. Я в рейнже с крамом подкатаюсь. Сетки на армаге, парни.
Смотрю внимательно на гипера, чтобы ожидание не дал. Это Нина все-таки, полностью разряжен. Это их ТФК, да? Да, без логиста не так им приятно, да? Капа не хватает. Я думаю, Армагу потом нужно будет забрать. Армагу нужно будет забрать, иначе мелочь умрет, и мы ничего не убьем дальше. Но Армага я отконтролил. То есть я ей дал сетки, она никуда не приедет. Мы просто можем выставиться относительно Армаги. Мы гипер будем очень долго пилить. В этом проблема. Окей. Сообщаю о снижении. Все, Армага, соответственно. Есть поинт на гипере. Берите тогда, я с Армаги сетки снимаю. Одну сетку на Армаге, одну сетку на гипере оставлю, чтобы они стояли оба. Я буду поинтом придерживать гипер тогда. Так, все, перекинул сеточки. Ортус без капа, я пока капу немножко приоденю без поинтов. А вы там все держите. Давай. Так Армагу никто не держит, я так понял. Да, пока что никто. А, мелочь пошла на Армагу, сейчас мелочь может затаклить ее. Ну ты Ортус контроль, Армагу лучше под это. Да, я контролю. Ты гипер контролишь, да? Да, я гипер контролю. Гипер откачивает нас, поэтому мы долго будем пилить. Лучше сейчас забурстить Армагу. Ну да, Лист. Да. Поеду на Армагу, проедусь. А, не проедусь, у меня капа не хватит тупо. Ну, мы сын контроль, короче, гипер, на тебе гипер. Ну, расслабься. Никуда сучка не денется. О, через 40. Вот у них Ортус, ну, я понимаю, ну, 160. Вот это пацан там. А, он лутает. Ну, похер, что все дерутся, он лутает. Ну, красавчик. Вот это я понимаю, Ортус. От бога. Он еще салить начнет. Ха-ха, 100 пудов. Гипер от меня никуда не денется. Так, ну чё, мы пока побеждаем. Кирилл, кинь флот Зефирису. Я его линковал, его флот. Угу. Выкинуло, что ли? Через... Там муслим контролит Вексор еще, Армага, да? Армага, поинт. Не знаю, я скрипбок держу на этом страйном гипере. Постоянно. Пошли. Ну, Армага отъезжает. Хорошо. Опа, что это пришло такое? Это наше, это Ортус. Он переварпал с Врека. Сейчас лутать Армагу пойдет. Сука. А, там на Армаге пермаскрама тайник. Так, сеточки на гипере. Обе. Мне понравилось, как перечка. Я ее снимаю нахер. Подожди. Ну пока нету агры. Стоп. Не снимай. А она работает по нему, Сейчас я дам сетки ей. Она сняла поинт. А, эти на варпуют. А второй заход. Нина на варпуют, да. Нина приходит в рид. Ой, ебать. Пиздец на варпала, сука. Так нормально, это же нормально, гипер сейчас уедет, короче. Та же помойка пришла, все хорошо. Выкатывайтесь за гипер, парни, за гипер выкатывайтесь. А то вы между ними стоите. Подождите, не Алгор будет праймер каракал. Это гипер подожди. Нам нужно каракал убрать, иначе мелочь сдохнет. Сейчас дам сетки на каракала. Гипера качают Алгор. Все, отмена гипер, каракал, праймер. Подожди, мы сейчас добьем его. Сетки на каракале. Мы не добьем, его качают, логисты. Качают, не добьете вы. На каракале сетки, парни. Все, виноват. Мелочь. Работаю по каракалу. Смотрите, не то вкатывается аккуратненько. Ну, на каракале сеточки. Урик меня праймерит, он приходит в грид и праймерит меня, вот только меня. Парни, там вкатывается, ну потому что смотрите. Ты... Хурик. Самый простой. А каракал, наоборот, выкатывается. Если чё, держу хурик. И там... Ну, каракалу можно объехать, Кирюх, на самом деле. Мизёк. Можно. Я сейчас и буду это блин, делать. Блин, упали у меня бонусы твои. Блин, Кирюх, да. Вы с другой стороны. Мы с ним с одной стороны, вы с другой. Я понял, но я как бы его обижаю, вот понимаешь, да? Как ну, бы? Я понял. Вот вокруг. Я мне просто не дотягивается сетки греться. Я понимаю, греться. А, ну я понял. Ну, Ломокс, ты его держишь или нет? Держу. Рок. Только на вчера сейчас я ближе держу. Подъеду. Ладно, а, тут рок еще. Да, там рок еще. Я скребок на каракале. Он стоит, сука. Он стоит. Ортрус. Смертник поет, если что. Потом нужно по угору отработать. По каракалу. Смертник, скребок, я выкатываюсь, он на меня едет явно. Сейчас каракалу дам сеточки, сейчас въеду в него. Я чуть-чуть выкатываю. Продублировал поинт. На цикл буквально.
заебал. Все-таки оракал держит то еще удовольствие. Не, оракал не надо, там держит парни. Так, ну я дал сеточки на каракала. Сейчас ляжет каракал. Наконец-то ляжет. Ляжет, наверное, Алгору надо. Так, кто его выкачивает армором? Алгор. Алгор. Сейчас альфа пройдет и нормально. У меня альфа есть. Есть, все нормально, пробили. Рок, может быть, давайте, а? Алгор, лучше Алгор. Рока с армором могут выкачать, у него там много армора. Кирюха, ну, будешь бонусы поднимать? А вот Алгор... Ты ко мне подъедь? 36. А, у меня сейчас 30, поднятый, 30, 30, 30, 30. Ну, окей, я хотя бы. Я попробую выхватиться и переворпать на вас. А нет, стоп, мне на Кирилла проще приехать. На меня можно, на меня можно. Только не на ломбокса. Ни в коем случае на меня не ворпай. Алгора работаю, Алгора работаю. Вон они, от Брутик убежал. Сейчас буду тормозить. Со с него ДПС падает, потому что меня Брутик. Ортов переворпает через белт. Капа опять не все. Оторпал, оторпал Алгора. Брутикс, пожалуйста, сетки на Брутикс, дайте сетку на Брутикс. Будет сейчас, будет сейчас. Ох, ебать, он там либо есть. Я не выйду из-под скрама. Из крана. Блять, блять, подожди секунду. Есть сеточки, все-все. Сорян, не на того закинул сетки, блять. Там уже поймали, я вытоплю, да? Я вытоплю, я вытоплю, все хорошо. Да, нормально. А будет скребок на него. Я вытоплю. Все да, хорошо, ну не надо, бонусы, не надо. Бонусы. На кого вернуться? Подожди, 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 подожди. Давай, я греться не могу. Я скребок, я скребок на это. А, вытопи, вытопи из-под него. Не умирай. О, спасибо, Крюха. У него скрам левого сетка. А мне похуй, у меня скрам на 40 километров, я как большой. На кого вернуться? Сейчас. Не на него. Блин, ну тут так мы близко стоим, кстати. Смотрите, сзади въезжает Брутикс. Кирюха, смотри сзади этот Рок. Да, я его уже отстал, я съебался от него. Все нормально. Меня не догонят, меня ну, вот не этого, догонят. Мне нужен сразу с этого билта, бродкасте. Сейчас можно. Я дам Брутиксу и Роху. А Нину бьете вы? Что-то не очень бьете. Нину я бью. Заебали дронами. Я тем Брутиксом дальним дал эти... Ну Нина выкатывается, как бы, если что. Ой, бля, вот этому дай сетку. Какому? Сейчас, подожди. Я, может, там его отконтролю. Да, отконтролил, нормально. Алексей, который? Алексей, еще раз попробуй дать сетку. О, две сетки на нем. Спасибо. Ух. Это Мерлин топит. Задолбали уже эти Мерлины. Возраст грейп есть? Ты можешь фарпануть на ломбокса. Если хочешь. Понял. Фарпаю на ломбокса. Включаю варп. Если я умру, будешь виноват ты. А если ты не умрешь, не, то дашь нормально, тебе 300 лям. Нормально, придешь. Нет, я не дам тебе денег. 300 лям, все, 300 лям. Рецептор, ты должен возвращать так, в гриде. Так, что у нас тут в гриде, пацаны? Какая-то помойка, да? Мерлин! Так, я снял сетки, я со всех снял сетки, сейчас будем смотреть, кто тут приезжает. У нас в гриде Мерлин. Так это свой. Окей, ладно. Нет, это этих, это тикер. У них тикер был такой. Зачем так, его убили? Поехали. Да, к снегу. Конака, ближе, это Конака. Где снег? Вижу снег. Снег в жопе. Ну, мы едем в жопу. Ты рядом со всеми, нормально. Нормально, нормально. Если снег в жопе рядом со всеми, то мы все в жопе. Да, нормально. Мы любим по жопам полазить. Рекон убить, рекон убить. Тера, можешь меня дрончиком снять? Я меня трек не похуй. Сейчас я не смогу убить Фрек. А, ну позвал. Я сейчас Фрек убью. Я убью Фрек. Кто у нас ФК? Борьба за Фрек, да? У нас вообще непонятно, кто ФК. А у нас коллективный разум. Зачем нам ФК, чтобы так все понятно? У нас коллективный разум. Мы сами так, умные, ну да. Что? Они чё, они... Стопились, сказали, идите нахуй, и все. И мы стопились. Я предлагаю починиться, потому что я тут весь пережженный. Мне батарейки, сука, опять кончились, так что я хер. Ну, кстати, знаю. Давайте починимся. Вот этот рэк еще можно убить. А, не, далеко. Я стою, чинюсь, короче, все. Я за бой раскладывал, ты... по-моему, 100 с лишним пасты. На починку модуля чисто. У меня было 200 пасты, я всю сочинил. Блин, у меня пасты не было, но я чинюсь, потому что мне добрые люди дали. Да, конечно, положить терапию пасту. Я, блин, Кирюха, я забыл. Кикскарпы.
Книг скорпы, да? Сто пудов. Надо, короче, все книжки на побачке купить. Так, там кто-то будет этот подтягиваться? Я в соседней системе, тут на гайке новичка Тристан Гриффин. Может, а кто там с этими общается? Нормально, может дальше будет. А есть у кого-нибудь паста еще, короче? Я лутаю, я по грехам бегаю, лутаю. О, флитвар, пацаны, короче. Может, подсерить кого-то, нет? Да, Рохаут можно попробовать. Они, кстати, ушли на белт какой-то. Там в рек рядом есть? Они на белт ушли, парни. Там станка и циты. Потому что этот пидор Ортрус, блядь, он подлутал все, что мы убили. Уебок.